Наш пресс-центр продолжает освещать выставку ProDexpo 2022. Рядом со мной новый интересный спикер с новым интересным продуктом. Давайте знакомиться. Приветствую вас. Меня зовут Светлана. Я представитель компании You Feel Good, город Москва. Мы занимаемся импортом, производством, а также дистрибьютируем продукции там, категории ЗОЖ-питания, бакалеи, сахарозаменители и все, что полезно для вашего здоровья. Отличная повесточка 21 века сохранена, получается, в ЗОЖ, правильное питание. Давайте, наверное, ближе к упаковочкам, которые вижу на нашем столе. Да, конечно. Давайте начнем с первого продукта. Вы можете увидеть здесь товар «Семена чиа», натуральный продукт. Он классно для добавления в десерты, выпечки, ну и, в принципе, для здорового перекуса, например, в какой-нибудь безглютеновый йогурт, да, который тоже полезен для здоровья. Сохраняет энергию, очищает вообще, в принципе, баланс организма и легко усваивается. Так, сразу пойдем дальше. Замечательно, большая баночка. Единственное на столе, наверное, что-то очень интересное. Да, это коллекция нашего продукта масла кхи. Это топленое сливочное масло. Здесь у нас представлен продукт с укропом. Также вы можете приобрести в нашем магазине классическое масло кхи без добавок, с куркумой, с чили. Попробовать удивить себя и своих родных. Продукт очень вкусный. Его можно использовать либо в готовку, да, там для каких-то продуктов, либо намазать на хлеб и позавтракать. Очень классная тема. Абсолютно согласен. Дальше я вижу кокосовый сахар, тоже наверняка полезный. И далее я вижу тоже вот такой прекрасный блистер, но это орех пекан. Давайте поговорим, что это. Это тоже добавка, это тоже что-то или все-таки что-то другое? Да, орех пекан – это звезда нашего ассортимента. Это для девчонок, это очень вкусный, здоровый перекус. Именно женская аудитория его очень любит. Это орех пекан в кленовом сиропе. То есть он полезен для здоровья, никак не повлияет на вашу стройную фигуру, особенно для тех дам, кто следит за этим. Да, как бы, ну, обычно за этим следят все. Вот, поэтому вы можете взять его в дорогу, очень удобная упаковка, при открытии вы можете обратно его закрыть с помощью зиплока, то есть продукт не будет выветриваться, сохранять все свои полезные свойства и качества, а вы будете оставаться сытым и энергичным человеком. Получается, наши дюймовочки могут кушать этот пекан целый день, откусывая по маленькому кусочку и кидая его обратно в упаковку. Я вам скажу по себе, в принципе, более 3 штучек физически как бы сложно осилить, потому что это очень сытный продукт, поэтому... Вызов принят. Поэтому эта упаковка может хватить на неделю там с чашечкой кофе, либо там с зеленым чаем, с матчей, зеленый чай матчи, да, тоже очень классно в употреблении. Замечательно. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. Надеюсь, еще огромное количество партнеров вас найдет, и вы найдете их. И это будет хорошо для конечного покупателя, для нас, простых людей, которые с удовольствием потом найдут на полках магазинов ваш товар. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Всего доброго.